Ладно, сейчас мне надо будет переодеться. Я вот думаю, вам тоже. В принципе, чтобы бегать быстрее было. Потому что вы все равно будете сидеть сейчас сверху, и потом в конце бегать. Вы мне будете подсвечивать сейчас все. Так что переодевайтесь во что-нибудь полегче. Блин. Ну так-то, если вдруг все пойдет. Если вдруг все пойдет не по плану, то я могу юзать этот джеммер, чтобы открыть две двери. Так, мне бы еще супрессор поставить. Блин, тут нету его. А, нельзя сейчас ставить супрессор. Опс. Джеммер нахер не сдался. 45 detection риск нормально? Поставим, что 20. Да, вам, в принципе, риск-то не нужен. Вам надо, чтобы побыстрее можно было ходить. Вы только в конце спустите, когда я всех уберу. А, Рейнджер, а ты лучше поставь что-нибудь полегче, если что, я тебя позову. Вот баг шорткат еще возьму, потому что это полезная херня. Может быть, быстрее все мешки перенести. Ты уверен, что нам нужен джеммер? Этот джеммер ни хера не делает. Готов. Он открывает теперь двери. Ну, окей. А, да-да-да, там надо одну дверь, наверное, будет открыть все-таки. Сейчас пройдем. Я это делал один. Месяц можем делать быстрее. Так, все, что вы будете сейчас делать, это подсвечивать мне все вещи. Там 9 камер, то есть разберите кто-нибудь камеры. Может быть использовано против вас. Так. Все камеры помечены, по-моему. Нет? Ох ты, мать твою. Ну тогда просто переключайтесь между камерами с разной скоростью. А я буду все делать. Все, мы все 5 видим. Все отлично. Все отлично, я быстро все сделаю сейчас. Попытаюсь, по крайней мере. Людей-то не надо подсвечивать. А, у Виспа я ничего не слышал. Людей. Он спрашивает, не надо, надо ли тебе людей подсвечивать. Да, конечно. Или только вещи. И вещи, и людей, да и там все подсвечивается вместе. Ну просто щелкайте мимо них. Так, подождите, подсветите мне все. А почему сейчас только одна подсвечена? Подсветите мне все вещи, которые есть. Так, одна прямо рядом со мной. Так. Если просто быстро переключаться так между камерами. Я смотрю на кухню. Подсвечивать. Две шляпы. Так, похоже, я завалил. Рейджер, спускайся мне, как я подошел сюда. На лестницу. Срочно. Так, на какой лестнице? Так, как я прошел. Спустись вниз через забор, потом блин, спустись вниз по лестнице. Я подсвечиваю лестницу и галерею из 9 картин, 10. Какую-то желтую фигню. Ты должен забрать два трупа здесь. Ты не... Вот, да, забирай. Забери. Вижу. Сначала нижний забери, нижний забери. Нижний. Сейчас, сейчас. Только не оставляй его наверху, потому что наверху они видят. Убери их туда, где вы будете. Я на... Вот, ты вот. Да, да, я понял. Потихонечку. Арфа, где они могут рояль быть сверху. Тут охранник стоит. Они могут быть сверху, окей, осторожно. Я тогда кухню. Если что, убей их, я прибегу, я на пейджер отвечу. Так их всего 5 получается. Одного я могу остановить. Еще двоих уложить. Яна, ты знаешь, что тут зум есть? Нет. W и S. И нахрена? Вот это зум. Вот это охерительный зум. Найдите меня и подсветите. Подсветите. Что-нибудь. Подсветите мне вещи. Где-то тут была вещь. Ну вот на кухне одна есть. Тут еще есть фит-камера, кстати. Я не вижу, где-то здесь должна быть одна. Где она? А где ты? А, все, вижу. На тебя палят, видимо. Фак! Тебя палят. Ну все, убиваемся. Просто по центру? Что, ты мне? Спускайся по лестнице. О, меня увидели, походу. Да как так-то, ёптыть? Убить его надо? Надо было убить. Да все, его сейчас. Убить этого, кто услышал.
Ты спускайся осторожней! Ну, он вышел. Да нет, он там стоял так, что невозможно было пройти. Иди к тебе сразу. Не надо. Да фак! Да откуда он появился, а? Беги скорее, только здесь камера. Все, 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 все уже. Он вызывает. Быстрее заходи сюда! Вот тело. Зашел, зашел. Вот тело, вот тело. Забирай его. Забирай, потом иди сюда под лестницу. И видишь шкаф напротив, справа. Клади туда. Я камеру уберу. Аккуратно, ты палишься. Убрал камеру. Если придут посмотреть, то просто вы... И сиди в шкафу. Сиди в шкафу. Если кто-то придет здесь и будет смотреть на камеру... Если будет кто-то смотреть на камеру, убей его. И я отвечу на пейджер. Как я узнаю, смотрит он на камеру или нет? Ну, прямо рядом с тобой чувак появится. Идет, идет, идет прямо к тебе. Отвечай. Отвечай. Как? Да я зажал F! Я зажал F! Рейджи, давай ты сейчас со мной сразу пойдешь. Че тупим-то? Ну пошли. Ну или хотя не знаю. Нас запалит, тогда быстрее взвём. Ладно, давай попробуем хотя бы до, до шкафа добраться. Окей. Так, стой пока что здесь, наверху. Главное, чтобы тебя не запалили. Вот здесь, за углом. Чтоб если кто-то вышел на верхний этаж, то тебя не заметил. Так. Один поднимается, походу. Вижу одного. Фак. Фак. Так, Рейджер. Работа для тебя сейчас. Так ты отвечай сначала. Ну да. Просто если меня запалит, то мне нужна будет помощь. Так, все, я ответил. Тут просто один еще в двери стоял. Вот он, по-моему, стоит до сих пор. Да-да-да, один в двери стоит, осторожно. Я его вижу через щелку. Подожди, не убирай. Оу! Сверху один вышел. Чик-чик-чик, тогда это спокойно, спокойно, спокойно. Ты, да, да, тебе надо было иду. Посветить, нажать F. Я не успел, испугался. Он тебя заметил? Видел его? Нет. Нет, не заметил. Не вижу его. Вот сейчас он. Вообще охранников. Его кто-нибудь видит еще? Можно его убрать сейчас по-быстрому. Убирай, отвечай, как раз успею сгонять туда-сюда, отнести эту штуку. Надо, здесь кто-нибудь может быть, я в прошлый раз так же облажался. Блин, он ушел один вниз. Один под лестницей стоит. Разве? Он, по-моему, сюда идет ко мне. Или нет? А к тебе теперь идет. Так, тебе надо спуститься сюда, прийти ко мне. Недалеко. Да, я бегу. Потому что по лестнице никто не пошел здесь. Там кто-то вон еще. Да? Где? Ну, подсвечивается он под нами, я думал, он к нам давай, идет. Давай, 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 уходи быстрее. Я быстрее не могу. Вот подсвечивайте того, кто сейчас ходит. О, вот он идет как раз сюда. Нет, так ушел. Я. Так, уже минус два, да? Окей. Пацаны, чтобы вам не скучать. Я принес вам новых друзей. Виспа-то уже скучает. Аж молчит. Он, видимо, устал. Говорить. Виспа просто дневник еще не заполнил. Так, одна камера, как обычно, стоит внизу, там же, где мы были. Ну что, идем в шкаф? Камера стоит та же, там же. Так, это ты под камерой, да? Да. Это я просто пугаюсь, думаю, что ты меня палит. О! Один сверху опять. Так, тогда я иду. Подсвети мне его, F я нажми. Подсветил его. Окей. Да, там, да, там я же, подсветил. Да? Вот там же. Самый...
вверх. Ну, практически, да. Так, смогу убрать отсюда? Так, он пока спиной стоит. К выходу. Все еще спиной к выходу стоит. Шикарно. Хорошо, что стекло не упал. Everything's fine over here. Так, это третий уже, да, точно? Третий. Угу. У меня есть еще один пейджер. Забирай. Хорошо, что они все наверх выходят. Так, ребятки, подсветите нам еще кого-нибудь, если увидите врага. Ага, одного вижу. Где-то еще один должен быть, их всего пять здесь. Бывает шесть, ну, по-моему, пять. Четвертого я пристрелю, пятого я просто остановлю, заставлю встать на колени козла. На колени предо мной, сволочь ты такая! Аккуратно. Да-да-да. Кто я... тут только что проходил? Это я. Там есть, короче, один, он шевелится, но он... его нельзя подсветить. Да-да. Так, вот здесь вот, прямо где я? А ну тут, короче, кто-то проходил рядышком. Вот, ты меня сейчас не видишь? Где теле, короче, гостиная, тебя нет. А, вот вижу, ты меня сейчас подсвечиваешь. Кто-то меня сейчас подсветил. Там где телек, гостиная, где телек, да? Я вижу только камеру, да, здесь. Есть, короче, охранник. В дверях. Вот, вижу тебя, это ты, да, наверное? Это я, да. Вот, так, я хожу. Ну, я наверху, да. Там есть проход, дверь. Не которая рядышком сразу, а там, вдали. Вот там, короче, чувак тусуется, но я его не могу подсветить. Mm. То есть... А, ты меня видишь сейчас, вот сейчас? Слева, вот... слева от тебя, да, вижу. Слева, слева от меня? Я оттуда пришел только что. Ну, слева от телека. Нет, другая дверь, там потом понял. Дальше еще дверь. Понял тебя. Вот, но он уже ушел, походу, оттуда, но вот там тусовался. Окей. Безудержные тысячи. Фак, гребаные камеры! Пошла вон! Вижу одного. Так, они друг друга видят. Рейджер, работа. На последний этаж. Так, как идти? Последний этаж. По лестнице, по центральной. Ну, по той, к которой мы ходили. Все, это был последний. Пятого надо будет. Осторожно, только здесь один может ходить, видите нас. Так, ребятки, мне нужен последний. Найдите мне, вот. И нет. Он у арфы. Так, кто-нибудь его еще видит? Кто-нибудь еще есть? Кого-нибудь видите? Кроме этого, подсвеченного. Нет. Тогда он был последним. Так, сейчас его остановлю. Не ссыте. Все. Так корёшь, что нам здесь слышно. Готово, все. Убраны. Теперь подсвечивайте мне вещи. Только не убейте мужика, пожалуйста, осторожно. Пробегайте мимо него. Не задевайте его даже. Все, все готовы. Теперь все просто. Ты уверен? А, да, их всего 5 здесь или 6. Я помню, в прошлый раз насчитывал 5. Ну, я больше не вижу никого, если честно. Так. Еще вещи нужны. Серега, спускайся вниз, только врага не убей и попробуй найти вещи. Спускаюсь. Не наверху, что ли? А сколько еще? Одна вещь, да? Еще две. Я ни одной не вижу пока что. Ты можешь, кстати, сейчас попробовать скрыть вот эти... А вот... вон там вдали что-то подсветилось только где, что. Где? А, вот вижу наверху. Ты вон, видишь. Ты можешь пока что... А, пока что ничего не вскрывай. Не надо ничего скрывать. О, фак. Где камера? Так, стоять. Камеру только вынесу. Так, не забегай ко мне. У меня тут камера.
Увидишь камеру, сразу убивай нахер ее. Так, и здесь, по-моему, одна была. Я подобрал эту. Ну, ключ карты, это херня. Клава. Да-да, ты рядом. Вон на книжках лежит. Угу. Так, последний остался. Все, нашел. Последний остался. А, похоже, я знаю, где она. Так, тут камера, по-моему. Еще одну ключ-карту нашел. Блин, я хотел сейчас только что спросить, работает ли рояль, но что-то, блин, инстинкт самосохранения подсказал мне не спрашивать это. Черт. Она постоянно лежит где-то в жопе. По-моему, телевизор должна быть, наверное. Где же ее находил-то? Она на телевизоре, на диване. Вы не видите ни одной? Нет, я вот мониторю постоянно. Отстой. Так, ладно. Так, здесь их нету. Здесь их не бывает. А что должно-то быть? Что-то мы нашли. Хер его знает. Лаптоп. Я точно забрал лаптоп. Таблетку забрал, телефон забрал. Должна быть USB-стик. Ну, она лежит обычно где-то на полках. Где-то там. Вот тут жесткий диск. А, все. Рядом с картинами был. Не видел. Фига себе. Так. Теперь пошли на крышу. А, ребятки, вы можете отойти уже от камер. Можете там ставить, что нужно. А вон, 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 вы где? Вы чё отбежали-то? Надо прямо сюда, где вы были, все поставить. Так. Да это же Mail.ru. Рейджер, пошли вниз. Так, у вас там еще... На лесенке, на последний этаж. Найдите трубу еще, по которой можно пускать. Она рядом с вами где-то стоит. Так, по-моему, здесь. Офис. Ну, вон он, подсвечен же. Да. Я просто запутался в этажах. Я для вас ачивку делаю. Так, а теперь... Самое стрёмное. Теперь нужно найти хранилище. Оно закрыто за каким-то из шкафов. Прям именно за шкафом? Да, книжный шкаф. Чё надо? Если не здесь, то внизу. Вот здесь, скорее всего. Блин, здесь тоже нет, ищи еще один книжный шкаф. О, камера появилась. Новая. Да? Ты видишь что-нибудь в нее? Сейф вижу. Так, а... Ну да. Это у вас появился доступ к нему, а как... А где она находится, вы не знаете? А, больше а вон, нашли. Ничего. Вот нет. Тут. Нашли. Ребятки, вы должны нам спустить... Сюда принести надо. Спусти коку, там у вас валяются мешки. У вас там будет труба, скиньте в нее коку. И что, она прям по трубе сюда там, прилетит? Там труба будет, да. Она должна сюда прилететь. Или нет? Вы что, не видите трубу? Подождите, подождите, сейчас посмотрим. Ну, к нам прилетают мешки тут. Подождите, тогда идите, подождите, останьте и оставьте их там. Сейчас посмотрим. Ты можешь, Рейджер, там остаться. Где... Они прям к ноутбуку прилетают. Где тут труба должна быть? Я же покупал трубу. Во-во-во, вот сюда, виспа, 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 иди сюда. Вот труба. Закидывай в нее. Окей, закидывайте в нее все. Чё-то я не вижу здесь внизу. Вот он, иди сюда. Вот они куда упадают, падают. А, понял. А? Куда? Ага.
Может, трупы туда сейчас кинуть? Ты что, хранил трупы в сейфе? Мужик, ты что? Придут к нему полицейские и спросят. Вы же понимаете, что по сюжету мы его подставляем, этого сенатора? Ну, типа, здесь сюжетец есть, да? Задумка такая, мол. Ага. Виспа сейчас, наверное, сидит, мол, сюжет. А как же ачивки? Да-да-да-да, мы успеем. Надо скорее. Мы уже как можем скорее. Быстрее не можем. Фью. Так, теперь пойдем сюда. Нет, пока что не заходите. Сюда. Так, дальше еще. Погнали назад. В смысле, к компьютеру. Откроем дверь. А ты оставайся здесь, будешь дверь открывать. Там, в общем, такая фишка, там лазерная система. И она включается каждые 10 секунд. А поэтому ты должен выключать каждый раз, как она включится. А я буду пока что голод таскать. Так. Давай, включай и запускай меня. What the fuck? Ты что, постоянно набираешь, что ли, его? Так, еще разок. Нет. Открывай. Нет, так, сейчас. У меня вот только сейчас активировалось, уже после того, как ты сказал. Ну вот, каждый раз открывай, как она активируется. Да нет, мы золото вытаскиваем. Зачем? Мы бабло вытаскиваем. Блин, а у меня было больше бабла. Мало золота. Еще раз открывай. Да я открываю. Так, я ничего не забыл. А, вот еще золото сверху, чуть не увидел. Чуть не пропустил, точнее. Да ща уже пару минут. Мы забираем золото! Иначе будет кэша мало. Все, спускайтесь вниз, забирайте золото, так будет быстрее. Перетаскайте золото, вот здесь оно валяется. Только осторожно внутрь не заходите. Так, там камеры же есть какие-то, тут где ходить? А вниз по лестнице спускайся. До нашего этажа, до предпоследнего. А если сейчас пройти через них, то все завалит. Да. Так что осторожно. Смотри, не заскользи вниз. Виспа вышел. Подскользнулся, упал. Че, серьезно? Да. Ну блин, как бы из-за этого ачивку дает, если что. Он чуть, ну видимо, я не знаю. Так, а что тут? Енот, подожди. Да, вниз. Я правильно иду? Еще вниз. Нет? Нет, иди сюда по лестнице. Вот. Задвинул, мол, мы здесь не были. Может здесь, может как-то. Ну. Все, золото уносим. А сейчас по одному мешочку. Как-то хреново кидается. Ну так золото же, блин, оно весит до хера килограмм. Там один слиток, считай, весит по 30 кило. А я слитков, по-моему, 8 слитков на каждый мешок. Ну блин, Виспа, извини. Что поделать? Печалька. 300 тысяч за один мешок. Что, можно в трубу кидать? Mm-mm. Тащи их так. Uh-huh. Самое интересное — это таскать мешки. Представляешь, я это делал один. У меня было 9 или 10 мешков. А сейчас у нас 10 мешков, да. Везуха вообще. Не то слово. Ну, если бы я несколько раз не завалился в финале, то могли бы и на про пройти.
Так, главное здесь не бросать в окно. То мало ли, сигнализация не сработает. Хорошо, что я закрыл, что сервер приватный, то зашел бы какой-нибудь хрен, начал стрелять, мол, вау! А зачем ты труп-то как положил? Мы все прошли. А зачем чтобы ты труп-то положил? Больше кэша было. На почке, думаешь? Они тоже что-нибудь... Да, на органы. Я что-то вижу там. А, это взаимодействие с компом. Все, последний, да? Нет, еще два. Мы всего 16 мешков унесли, окей. Нет, больше. 17, похоже. Вот все! Все, я последний несу. Рейджер, зайди потом, посмотри комменты к четвертой части. Вот все просто возьмут и соснут в этом месте. Я пойду прямо, я пойду и скажу ловарям, идите в жопу! Надо просто знать, как уровень устроен. Я прямо зайду и скажу, пошли взад. Все, отлично, я вытащил. Ты еще потом, короче, добавь ссылку с того места, где мы тогда час пытались, и на этот 20 минут, получается, ушло. Ну, на хорошую попытку. Я 37 минут все здесь собирал один. Так, это все, да? Все, мы все собрали? Все, тогда уходим. Я с собой возьму мужика. Вместо виспы. Каждого по мужику. Шестеро. Потрясающе. Вытащили. Дали ачивкиван. А мне не дадут. Потому что я уже получил. Когда один проходил. Денег должен дать до хера. На офшорный аккаунт почти 5 лямов зачислили. 1 188 000. Да. Да. Интересно, сколько уровней дадут. Уровня 3, наверное. Нет, экспы дадут мало, это же не про. Хреново. Это не про же в миссии. За про дают больше. Эх, черт, даже уровень не дали. Ну все равно хорошо. Блин, бедный виспер. Свалил под миллион. Блин, надо было чуть, но блин, он не дождался буквально 5 минут. Тут оставалось, да. Если бы голод не вытащил, на какой 5 виспер мы быстрее прошли? Вот именно. Мне остается только всякие там херовины поставить. На свой шотган. Зачем нужны вещи лучшего качества? Может, ты имеешь в виду Infamous? Infamous это... Ваш шанс получения вещи более высшего качества во время ограбления увеличивается на 50 и на 200%. Что это означает? Может, имеешь... Да, это, скорее всего, но у меня больше денег будет. Lucky Charm последний. Да? Может быть. Сейчас, подожди, посмотрю. Фига себе, тут есть один. Что такое concealment? Я так и не... Блин, не знаю перевода. Глянь перевод, что такое concealment. Ты убрать не за 91 000. У меня с денег просто затрати. 6 миллионов почти. Только что было 6, когда я ничего не приобрел пока. Сокрытие, укрывательство, скрывание, утаивание. А, ну понятно. Ну нахера мне на дробовике сокрытие? Как-то глупо. Сокрытие. С пистолетом побегаю, если чё. Максимум детекшн риск. Нахер всё по максимуму, чтоб меня видели. Чтоб я был заметным. Надо еще что-нибудь купить. А, там же что-то дорогое есть, охерительное. Сейчас хоть понятно, какое оружие крутое, какое нет. А, у меня все оружия же открылись. Охереть. Так что-то, слушай, все винтовки хуже по димагу и по точности, чем по сравнению с той... А, хотя, может, это... М308. Не, по димагу этот самый классный двустволка Маскони. Но у нее два патрона всего, это вообще стрёмно. Ну это шотган же. Понятно, что по димагу будет крут. Да, все остальное отступ. Я вот думаю, может быть, все-таки купить АМР-16.
Как думаешь? Нахер она нужна? У нее дамаг вообще стрёмный. 30, ну она же автоматическая. А тут больше-то ну нет. Ну вон есть АК-762, у него 40. И она автоматическая, я с ней бегал. Ну все там время. У него аккуратность, смотри, какая и стабильность, а тут стабильность охерительная. И аккуратность тоже неплохая. Ну, точность, блин, аккуратность. В том-то и дело. Да ну, у калаша точность 10, у того 12, ну уж не так сильно. А стоит хер знает во сколько раз дороже. И я куплю АМР-16, я буду задротом. С М-кой. Это М-ка? А у меня для нее все, по-моему, есть. А нет, не все. Ну, псевдо-М-ка. А я купил сейчас... А, у меня есть баррел, это что, это ствол, который добавляет ей димаг и точность. То есть теперь у меня 35 димага у нее. Блин, купить по 90 или не купить? Он стоит хер знает сколько. Чё такое пить 90? Это пистолет? Ну, пистолет-пулемет. Такой, знаешь, у которого сверху магазин. Возьми что-нибудь, что на чём можно нацепить глушитель. Будет лучше. Так. Ну, на него по-любому можно нацепить глушитель. А хер с ним, мне он просто нравится, как выглядит. Или всё-таки Desert Eagle. А сколько Desert Eagle стоит? Где он Desert Eagle, кстати? Он стоит 800 кассиков. Блин, бронка револьвер. Секондари самый последний. А, вот, да, The Eagle. И на него можно нацепить глушитель? Серьезно? Ну, Виспа говорил, да. Окей, я возьму. Но он сказал, что у него все равно заметность убийства. О, мне дали ачивку сейчас. За, видимо, за 9 оружий или сколько там. Нихера себе! Если поставить глушак, то димаг снижается охерительно. Да, сильно вообще. Нахера не, он есть нужен? Он the bigger, the better. У него всего на 2 снижается. Но у меня его нету. Вот для Femme. Так нет, подожди, это... У меня ничего вообще нету пока. Size, у меня нету the bigger, the better. У меня есть size... Самый до... крайний правый. А, ну в смысле я на другое смотрю. Не на... Так это не все может быть глушителем. Это глушитель. Да? Я подумал, что нет. Ну ты, видимо, не на The Eagle смотришь. Я смотрю, да, не на The Eagle. Но это то, что, про что я говорю, это глушитель. Так, окей. Димаг, точность. Да пистолет самый первый намного лучше, чем The Eagle. Только по димагу не очень. А, нет, стоять, я не то... А, нет. What the fuck? А зачем я вообще купил, если у меня здесь дробан? Да не говори. Что-то вообще какое-то все оружие стрёмное. Надо было на скиллы лучше оставлять. Да я только что... Я 2.5 миллиона потратил. Скиллы точно. Я сейчас еще одну ачивку открою. Возьму технишина. А мне прокачивать больше нечего просто. А можно же еще и брать, так что так мало денег. Я вот думаю, нахер я взял этот открыватель дверей, он, по-моему, кроме вот этой миссии вообще нигде нафиг не нужен, когда можно было открыть открыватель сейфов быстрый. Чисто локпикинг сейфа. Хер тебя знает. Ну, на похер, потом следующий миллион туда потрачу. Миллион, блин, чтобы обучиться, чё за дети. Надо вкинуть 10 скиллов в ветку технишин мне, чтобы получить ачивку. Я выбираю тут скиллы себе. Вон, например, фиксить дрель быстрее. Я сейчас буду просто на все руки, мастер. 4, здесь 4. Так, еще один куда-то надо вложить. Ну, уже ачивка. Она называется I'm a healer, tank damage dealer.
Я это сделал. Нормально.